О, не могу поверить, что сегодня мой первый день в школе, и я пришла с такой сумкой. Бип-бип, дорогу! Ой-ой-ой, осторожно! О, нет! Посмотри, что случилось с твоей сумкой, прости! Все в порядке, это был мой друг Чудовище. Он хотел поносить ее, и тут вот что произошло. Так ты новенькая? Ну что ж, сегодня твой счастливый день, запрыгивай! А как же урок? Он подождет, у нас срочное модное дело! Сэм, в чем дело? Разве ты не должен быть в школе? Это намного важнее. Нам нужно помочь одной принцессе. Привет! Что ж ты сразу-то не сказал? Но когда мы закончим, ты вернешься в школу. Пора начинать. У нас много работы. Ага, работа – это то же самое, что и учеба. Я надеюсь, ты не всерьез. Ладно, это точно веселее. По крайней мере, я не даю тебе домашнее задание. Ох, домашнее задание. Я кое-что вспомнил. Сейчас вернусь. Кто-то забыл о домашке, да? Так, школьные принадлежности Белль будут в целости и сохранности. Интересно, чем там занят Сэм? Понятия не имею, что это значит. Теорема Пифагора? Что? Это что-то на греческом. Ты же знаешь, что домашнее задание было по английскому языку, да? Что? Мне конец! Не сдавайся, Сэмми, я верю в тебя. Ты можешь все, если очень захочешь. Ты права, Сью. Сейчас я сяду за учебу. Отлично. Молодец, Сэмми. Нет, это мой единорог. Я тебе его не отдам. По крайней мере, ему нравится. Он такой милый, когда спит. А пока нужно сделать этот рюкзак очень стильным. Его ведь будет носить принцесса. Сэм так добр ко мне. Может, я тоже смогу ему помочь? Вот это уже похоже на правду. Все должно быть роскошно, как сама Белль. Знаешь, мне бы очень понравился такой рюкзак. Ну, если бы он был побольше. Вот и все. Сэм очень удивится. Моя домашняя работа. Ого, я что, сделала ее во сне? Эй, Белль, попозируй ко мне. Ну как? Терпеть не могу фотографироваться. Ты просто модель. Теперь нужно только распечатать это. Твой рюкзак будет уникальным. Вот так. О, это невероятно! Сью, посмотри! О, ты проснулся. Отдохнул? Ой, прекрати, Сью. Я в отличной форме. А еще я гений. Посмотри! Вау, это впечатляет. Я даже не знала, что такое возможно. Не говори ему, что это была я. Ну-ка, примерь его, Белль. Думаю, тебе очень пойдет. Эй, а где все? О, да, дорогая. Замечательно и изумительно. Но нам нужно больше аксессуаров. Это точно. А ты, сэр, можешь мне в этом помочь. Белль понадобится пенал. Именно его мы ей и смастерим. Но где молния? Она должна быть где-то здесь. Что ты сказал, Сэм? Я сказал... Очень смешно. Давай сделаем пенал для Белль и продолжим блестящую тему. Я тоже так думаю. Вау, я прекрасно выгляжу. Сэм, что это на тебе? Я не знаю, что происходит, Сью, но мне это нравится. Что? Откуда музыка? Белль, знаешь, который час? Время танцевать! Кажется, мне придется доделывать пенал самой. Им так весело. Ребята, алло, не хотите взглянуть? Ча-ча-ча! О, да! О, прекрасно! Отличная работа, Сью! Да, просто идеально! Спасибо! Белль понадобится тетрадь для учебы. Давайте ее сделаем. Бумаги! Ты вообще ходила в школу? Не волнуйся, у меня все готово. Сначала бумагу нужно сложить. Ни слова больше! Можешь на меня рассчитывать. Хорошо, что ты мне помогаешь. Наконец-то. Так, я готова продолжать, Сэм. Сэмми? Упс, не знаю, что именно произошло, Сью, но это так красиво! Да, точно. Ты можешь поделиться с Белль. Уверена, ей понравится.
Главное, чтобы все ее записи были в безопасности. Мы же не хотим, чтобы кто-то у нее списывал. Это не то, о чем ты подумала, честно. Сэм, ты же знаешь, что списывать нехорошо. Но это дает результаты, Сью. Зачем тяжело трудиться, когда можно схитрить? Сделаю вид, что я этого не слышала. Добавляем последние штрихи к нашей тетради. И вуаля! Держи! Эта тетрадь как раз для принцессы. Ауч! Это правда, Сэмми. Отлично. Вау, эта тетрадь мне идеально подходит. Но чем же я буду писать? Все в порядке, мы с этим разберемся. Давай смастерим для Бель карандаши. У меня есть отличная и простая в исполнении идея. О, выглядит весело, я хочу помочь. Бель не сможет этим писать, пока что. Нужно нанести побольше клея, скоро будет самое интересное. Вау, оно вышло из-под контроля, Сью! Ты в порядке? Тебе нужна помощь? Дай мне минутку! Нет! Теперь он будет сиять, как звезда. Ты в порядке, Сэм? В полном, Сью! Я просто работаю! Я сделала подставку для карандашей. Думаю, тебе понравится. А вот и твои карандаши. Теперь можешь записывать все, что нужно. Я хочу написать сказку. Она называется «Красавица и слайм». Я красавица? У Бель очень много принадлежностей, но лично для нее мы ничего не сделали. Предлагаю смастерить ей дизайнерскую сумку. Я займусь дизайном, Сью. Всегда хотела работать во французских домах моды. Давай, Сэм. Возможно, ты станешь великим кутюрье. Мне бы очень хотелось узнать, что ты создашь. Так Бель будет удобнее носить с собой самое необходимое. Например, косметику. Нет, не-а, так не пойдет. Все должно быть идеально. Не будь слишком строг к себе. Уверена, что то, что у тебя получится, будет потрясающим. И раз, и два, и раз, и два. Ой, жаль, что я не умею шить. Уверена, что у тебя все получится. Это, возможно, мое величайшее творение. Сумка готова. А что с твоим дизайном, Сэмми? Мило, правда? Идеально подходит для принцессы в школе. Вау! Я даже не знала, что у тебя так много талантов. Есть что-то, чего ты не можешь сделать? У меня нет никаких сверхспособностей, но я над этим работаю. У Бель должны быть гаджеты. Предлагаю сделать для нее смартфон. И чехол тоже. Я всегда роняю свой телефон, и Роджера, и твой. Хорошая идея. Лучше подстраховаться, правда? Нужно сделать хорошую камеру, чтобы Бель могла делать фотографии и выкладывать их в сеть. Иногда я балую себя свежими цветочками. Мне это пригодится. Выглядит здорово. Теперь Бель может позвонить домой в любое время. Могу я это одолжить? Опс, хорошо, что мы сделали чехол. Это судьба, Сэм. Кстати, у меня есть еще одна идея. Вот Бель. Вау, я могу позвонить чудовищу. Ох, как я по нему скучаю. Как я рада тебя видеть! Я хочу посмотреть. О, понятно, почему тебя называют чудовищем. Сэмми, веди себя прилично. Прости, просто я никогда раньше не видел чудовищ. Приятно познакомиться, сэр, мне пора. Отлично. Сэм, можешь передать эти наушники Бель? Буп-ди-буп, ла-ла. А, что ты сказала, Сью? Я тебя не слышу. Ах, неважно, я сама. Думаю, это все. Бель готова к школе. Могу поверить, что все это Сэм и Сью сами сделали для меня. Уверена, в новой школе меня тепло примут. Бэй, привет! О, привет, Сэмми. Рада тебя видеть. Я долго тренировался, поэтому теперь больше не буду падать со скейтборда. Кстати, я хотела сказать спасибо. У меня кое-что для тебя есть. Чудовище прислало ее по почте. Вау, это так мило! Спасибо, Сью обожает розы. Эй, а может сходим пообедать? Отличная идея! Поехали! До скорых встреч, ребята! Пока!